Жаркая ночь. На повороте на улицу Университетская набережная загорелась легковушка. Очевидцы засняли пламя на камеру мобильного телефона из своего окна. По предварительным данным, автомобиль перелетел через ограждение, перевернулся, а потом вспыхнул. По словам очевидцев, машина сгорела дотла. Информации о пострадавших нет. Сейчас оперативники выясняют причины аварии и что привело к возгоранию легковушки.